Всем салют! Мандарин тут! А вы тут? Тогда предлагаем вашему вниманию 7 лайфхаков для повседневной жизни. Ребята, давайте наберем 24 лайка. Для вас это один клик, а для нас – мотивация, чтобы создавать новые ролики. Всем спасибо! Итак, поехали! Всем известная картина, когда мыльница вся в мыле, и это выглядит не очень эстетично. Чтобы избежать подобной ситуации, возьмите две зеленые канцелярские резинки и наденьте на мыльницу, как показано на видео. Это должно выглядеть вот таким вот образом. Вот и все. Теперь после мытья рук положите мыло на резинки. В результате мыло не будет соприкасаться с мыльницей и быстро высохнет. Если ваша раковина засорилась и вы не знаете, что делать, возьмите пищевую соду и насыпьте 2-3 столовые ложки в отверстие раковины. Далее нам понадобится уксус, который необходимо вылить в отверстие раковины сразу же после того, как вы засыпали туда соду. После того, как реакция закончилась, вылейте в раковину горячей воды, которая смоет все загрязнения. Курение вредит вашему здоровью, но если к вам в гости пришел курящий человек и весь дом пропах сигаретным дымом, то откройте окна. Возьмите 2-3 полотенца, намочите и положите в нескольких местах. Они хорошо впитают табачный запах, тем самым избавят вас от него. Также с этой целью можно зажечь несколько свечей. Зимой так и хочется поесть соленых помидорчиков, и вы, не отказывая себе в этом удовольствии, приобрели баночку солений. Но крышка, как всегда, закрыта до упора. Что же делать? Наденьте резиновые перчатки и попытайтесь открыть. Резина обеспечивает более надежный хват с крышкой, которая не будет соскальзывать с рук и поддастся вашим усилиям. Баночка открыта, пора приступать к трапезе. Приятного аппетита! Как говорится, чай не пьешь, откуда силы берешь? Ребята, а вы любите чай? Напишите в комментариях, сколько раз в день вы пьете чай. Итак, вы заварили себе крепкий чай, но сахар, как назло, кончился. Не беда, его можно заменить леденцами чупа-чупс. Они не только придадут аромат и новый вкус вашему напитку, но и сделают процесс чаепития более приятным. Многие после использования станка для бритья споласкивают его теплой водой и кладут в специальную коробку. Чтобы лезвие прослужило дольше, оно должно храниться в сухости. Поэтому как только вы всполоснули бритву, вместе с ней в коробку положите пакетик с гелиевыми шариками. Гелиевые шарики – абсорбент, который впитывает в себя излишнюю влагу, тем самым продлит срок службы лезвий. В наше время безналичные расчеты постепенно вытесняют налично-денежное обращение. Многие из нас пользуются кредитными и дебетовыми карточками. Магнитные ленты на карточках часто повреждаются и выходят из строя. Чтобы карта служила намного дольше, воспользуйтесь скотчем. Отрезав кусочек скотча, наклейте его поверх магнитной ленты. Таким образом, лента будет цела и карта прослужит намного дольше. На этом все. Если вам понравился ролик, никогда не прикасайтесь к сигаретам. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Всем удачи и пока!